Нам понадобится филе индейки, морковка, лук, картошка, твердый сыр, сливки, соль, перец. Порежем мелко наш лук. Морковку следует натереть на крупной терке. Морковку с луком обжариваем на растительном масле. Предварительно мясо я помыла и сейчас обсушу его бумажными полотенцами. Мясо будем нарезать небольшими кусочками. Не забываем за нашу зажарку. Ее необходимо помешать, чтобы все прожарилось со всех сторон. А пока лук жарится, мы с вами продолжим нарезать картошку. Картошку нарежем тоже небольшими кубиками. Ну что ж, приступим теперь к сбору нашего блюда. Первое, что необходимо выложить в горшочки наши, это мясо. И немножко так рукой утрамбовываем наше мясо. Далее необходимо добавить воды, так чтобы оно покрывало наше мясо. Теперь необходимо мясо посолить и поперчить. Наверх выкладываем слой картофеля. На картофель сверху необходимо выложить нашу зажарку. Я ложкой немного это все утрамбую для того, чтобы у нас поместились еще сверху сливки. Далее заливаем сливками. Накрываем сверху крышечками и отправляем в духовку где-то на 60-80 минут. Натрем сыр на крупной терке, отправим его в духовку где-то за 10 минут до конца готовки. И отправляем обратно в духовку на 10 минут. Вы только посмотрите, какая красивая получилась у нас корочка. Мягусенькое мясо получилось. Невероятно мягенькая картошечка. Всем приятного аппетита!